Участок строительства и обслуживания дорог Красночёрского рудника подводит первые итоги своей работы. Ведь от того, с какими результатами будет завершен год, зависит дальнейшее развитие. До 2017 года насыпные дороги в подземных выработках Красночёрского рудника вообще не строились, а бетонированием занимались подрядчики. С этого года в качестве эксперимента на Красночёре начал функционировать свой дорожный участок. За дело взялись с простого – подсыпки и выравнивания, а параллельно освоили бетонирование и обустройство тракта. Насыпные дороги во время эксплуатации, говоря попросту, разбиваются колесами самоходной техники. И поэтому автогрейдерам периодически их нужно поправлять. Добавлять где-то щебень и выравнивать их. Дорожный участок Красночёрского рудника – 26 человек, 8 из которых задействованы на строительстве и обслуживании насыпных дорог, 12 занимаются укладкой бетонного полотна и 6 ИТР. Все они, включая инженерно-технических специалистов, прошли специальное обучение. Одни работают на специализированной технике, другие – в целом строительство дорог в подземных условиях. Кстати, техника на участке новая. Автогрейдер, работающий в подземных условиях, конечно, удивляет. Но куда диковиннее смотрится вот этот огромный новичок-миксер. Машина новая, большая, габариты у нее большие. Ребята пока приучаются к ней. То есть ранее таких автомобилей больших у нас не было. Были фирмы «Нормед» 6-кубовые, но они по размерам меньше. А вот это впервые у нас такой большой автомобиль. Этот экземпляр у дорожников Красночёра месяц как на обкатке. Еще один такой же ожидается в следующем году. Тогда уже можно будет вести речь об увеличении плана, который, кстати, уже сейчас не маленький. 400 погонных метров бетонных дорог в месяц и 440 насыпных. И это не считая обслуживания всех дорог подземного рудника. Всего порядка 25 километров. На плановые показатели участок вышел весной. Сегодня уже можно с полной ответственностью заявить, что с объемами справляется. И даже уже готов к новым экспериментам. В подземке рудника планируется внедрить современный метод строительства дорожного полотна на основе обрешоченной сетки. И уже есть договоренность с заводом-изготовителем о безвозмездной поставке такой сетки для проведения испытаний. За место насыпных дорог, дорожного полотна насыпного, растягивается сетка, крепится и засыпается также щебнем. И то есть этот щебень уже не надо будет в дальнейшем равнять, он будет держаться в этих обрешетчатых ячейках. Опробовать инновацию планируется не то, что в этом году, а в этом месяце. Поставка материала ожидается со дня на день. А то, что ноу-хау будет внедряться снова на Красночёре, не удивляет. Уж такой это рудник. Мал, дорог и всегда готов к экспериментам.